Так, ребят, мы сейчас находим на даче. Погодка не очень. В любом случае, мы сегодня готовим шашлык. И сегодня у нас... Переведи. Сегодня у нас шашлык из свинины, а конкретно это шейка. Также мы берем для этого две луковицы. Я беру кориандр, 4 перца, вы можете просто душистый перец молотый брать, и соль. Больше для шашлыка нам сегодня ничего не понадобится. Первым делом, что мы делаем, мы нарезаем мясо. Советую мясо брать в каких-нибудь лавках, не в Ашане, не в каких-то гипермаркетах, а взять нормально хорошее мясо, лучше заплатить за него нормальную сумму, и он будет всегда вкусный. Если мясо плохое, не свежее, то оно, естественно, будет и шашлык невкусный. Итак, поехали. Нарезаю примерно на вот такие вот кусочки мяса. У нас Дайсон услышал, что мясо режем, и прибежал. Вот он. Дайсон. Так, порезали мы мясо. Так, это то, что нам не надо. И, как видите, я беру очень много лука. Нам лук не нужен для того, чтобы его потом насаживать на шампура. Он все равно сгорит. Но если вы любите насаживать лук на шампура, я вам советую, например, вот так луковицу на 4 части разрезать и потом одну из частей напополам. И тогда вы уже разберете, и вы спокойно сможете надевать эти кусочки на шашлык, и они у вас не развалятся. Но нам нужен сок, поэтому мы будем в любом порядке, как вам удобно, нарезать лук. Итак, лук мы порезали на полукольца. Режьте той толщины, которая вам нравится. Теперь нам нужно это все посолить и хорошо перемять, чтобы лук пустил сок. Если вы когда-нибудь квасили капусту, то там примерно так же нужно делать. Хорошо переминаем. Так, и будем выкладывать его в шашлык. Точнее, в мясо. У нас Сережа подручными средствами все это дело переминает. Но дома я все это делаю скалкой. Я не знаю, честно говоря, можно кориандр купить и молотый. Но, честно говоря, мне кажется, что он не так хорошо пахнет, как этот. Поэтому мы добавляем этот. И добавим обычный черный перец. Чуть-чуть. Вот там у нас огород. Видите? Чуть-чуть. Я вам потом поближе покажу, что у нас там растет. Дождик прошел. И солнышко вышло у нас. Все, хватит, Сереж. Выкладывай. Все, Сережа всеми силами все это помял. Обычно я мешаю шашлык, но сегодня, наверное, у нас Сережа будет это все делать. Вы когда, кстати, его мешаете, прям чувствуете, что вот сок от лука очень хорошо маринуется, очень мягкий, хороший шашлык получается. Никаких майонезов, ни уксусов, там, ни лимонов, ни кефира, ничего не надо. Просто отлично, ничего лишнего. И все, вы можете его так оставить на 2 часа.
такой вот красивый шашлык. Завтра или сегодня? Посмотрим, да? Завтра, наверное. Сегодня. Или сегодня. Будем жарить. Но в любом случае я вам покажу. И также я вам хотела показать то, что мы положили ламинат на первом этаже. Вот так он выглядит. Такой цвет у него серо-бежевый. Покупали мы его в Аби. То есть мы уже коридор положили. Открою вам, чтобы было посветлее. В коридоре лежит он у нас уже под лестницей. Здесь везде. И нам осталось еще в этой комнате. Давай я тебе покажу. Милана просит, чтобы ее показали. Она у нас котлету ест, да? Ну скажи тогда что-то. Ну не знаю чего. Тут еще кубок. Это кубок у нас такой. Там он поставил. Да. А еще мы купили сегодня кукурузу. У меня муж и ребенок очень сильно любят кукурузу, поэтому купили. Так, не помню, показывала я вам эту столешницу или нет, это папа сделал. Вот. Ну, пока пользуемся этой столешницей и купили вот такой вот майдадыр. Теперь у нас больше воды уходит, чем обычно. Нет. Так. И вот я вам тогда все говорила, что домик для... Домик сделали для нашего колодца. Я не помню, показывала я вам или нет. Вот такую ручку купили. Может, ты меня подождешь? Сейчас сходим вместе. Вот такой у нас колодец. Вот там вода. И даже вот такие две полочки здесь у нас есть. Сейчас мы пойдем к соседям. Давайте я вам хоть себя покажу. Сейчас пойдем через участок к соседям и посмотрим, что они там натворили. Вот там вот домик. Ну, чуть не очень. Ну, посмотрим, что получится с этого. А вот там у нас дальше лес, может быть, завтра утром, если Сережа захочет, мы сходим в лес. Может быть, грибы найдем. Вон наш охотник. Не захотела я идти дальше с ним. Там трава высокая у нас. Видите, здесь тоже нужно покосить ее. И пойдемте, я вам покажу наш маленький-маленький огород. Вот, мы посадили по краю вот это вот горох у нас. Также вот здесь, где пустые места, мы в тот раз посадили картошку. Она у нас проросла, и мы решили ее, думаем, дай-ка ее в землю бросим. Также у нас кабачки и огурцы здесь. Вот так вот, это кабачки. Вот это. И там вот вдали у нас малинка. Так, всем-всем привет. Сейчас уже... Сколько же времени? Сейчас 1:30, и мы пришли. Мы ходили первый раз в лес у нас здесь и собирали грибы. Сейчас вам покажу, сколько мы грибов. Вот такой вот пакетик насобирали. Нам попадались лисички. И вот такие. Белых мы, наверное, штучки 3, да, нашли? Да. 4, но они все были червивые, да, вроде бы? Вот, сейчас будем их чистить. Мам, и, скорее всего, потом приготовим. Показала тебе. Вот сколько Милана нам помогала, да? Сейчас будем чистить. Вот мама высыпает все грибы.
Смотрите, сколько мы себе работы нашли. Вот сколько. Некоторые Сережа уже обрезал, да. Они, конечно, чистые, но нужно каждому, чтобы был нож. Милан, не надо туда бросать, мам. Милана. В общем, будем сейчас работать. Так, вот мы помыли уже лисички. Милашенька, ну тише. Вот такие вот красавцы. Вот это один у нас сыроежка. Только шляпку мама. А почистила. Да, почистила. Вот такие. Мы, наверное, немножко сегодня их пожарим. Еще шашлык мы сегодня будем готовить. Итак, у нас Сережа сейчас пошел диван забирать. Мы из родительской квартиры забрали диван. Сейчас его должны привезти. Вот, а тем временем я готовлю шашлык. Вот так вот. Дымит, правда. Здесь еще чуть-чуть осталось. Огород наш. Так, вот там Милана сидит, кушает капусту, и наши лисички сидят. Сидят, лежат. И еще такая. Да, мы когда шли, уже когда грибы собрали, уже идем, был дождь, поэтому мы все промокли. Сейчас покажу, какой я в последнее время салат люблю и готовлю его. Вот смотрите, я беру свежую капусту, шинкую ее тонко-тонко, потом я буду полосочками нарезать свежий огурец, добавлю туда соль, нужно будет посолить, и также нужен будет майонез. Где наш майонез? Вот он. Вот такой вот майонез. И все это потом перемешиваю. Я руками буду перемешивать. И очень-очень, кстати, вкусный и простой салат получается. Также сюда можно помидор добавить, но мне почему-то именно с огурцом нравится. Значит, вот так на три части, даже не на три, на четыре или на пять частей разрезаем. И потом вот так вот тонко-тонко нарезаем. Такие кусочки должны получиться, и туда уже бросаете. У нас сейчас на улице хорошо, солнышко светит после дождика. Красота. У нас, в общем, на тех выходных... Ой, шашлык. Вот Серега несет диван. Вот он. Теперь у нас еще и диван будет. Ага. Вот там уже диван стоит. Потом Сережа соберет его. И что я хотела сказать нам на той неделе. Милашенька, дай я скажу. Ага, прыгает. На той неделе приходил мужчина, который может нам все это вспахать, все это выровнять, все это хорошо сделать и засеять траву. Ну, траву, я имею в виду газон, да. И, собственно говоря, чтобы это сделать... Ой, какая маленькая ящерица. Где она вообще маленькая? Нужно все эти березки убрать. И, честно говоря, я когда смотрю на такие вот там пустые, пустой огород, на пустой участок, ну, как-то, знаете, скучно становится, что ли. Понятно, что можно там яблони, еще что-то посадить. Ну, не знаю, пока они вырастут, что с этим будет. Как вы думаете, вот нужно всю эту красоту убирать или нет? Думаем оставить только вот здесь буквально. И все, а вот это все нужно убрать. Напишите мне, как вы считаете, что нужно сделать, потому что мне все-таки нравится, когда много деревьев, когда больше... природы. Думаем, короче, что делать с этим.
Все, пойду шашлык снимать. Угу. Кто там? Вот мы поставили диван. Пока так. Мы его сначала вот по этой стене поставили. Теперь вот так. Пока будет так стоять. Кинули сюда овечью шкуру. Мы ее покупали, кстати, очень давно в Крыму. И хотим сейчас вот этим покрывалом застелить диван, пока мы здесь у нас не будет неделю. В общем, мы уже собираемся домой. Вот, и думаю, с вами уже буду прощаться. Я думаю, что, скорее всего, на этой неделе вам сниму видео о своих покупочках, потому что у меня вот такой вот новый рюкзак. Я его очень давно хотела, обязательно сниму. И покажу вам его. В общем, сейчас попьем горячего чая, потому что на улице сыро. И все-таки хочется согреться. И буду с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч. Всем пока-пока.